Жила нечистая сила-то, жила. Да и до сих пор все это есть. Расскажу случай один. Давно это было, до революции еще. Тут, от Чердани неподалеку. От бабки моей знаю. Воспитывал сироту как-то мужик один знающий. Дедом Егором звали. Ну, а она все не хотела колдуньей становиться. Замуж собиралась за парня одного. Не помню уж, что там было, да покончил парень-то с собой. Его за оградкой церковной и схоронили. Дорога, значит, в ад ему была прямиком. Ну, а сирота, Василиса, с этим не собиралась мириться. Решила вызволить душу его из пекла. А для того надо было в черной книге, что у Егора хранилось, открыть 7 печатей, да и спуститься за ним. Тогда и согласилась Василиса стать ведьмой. А ведьмами-то в банях, да на перекрестках делаются. Вот и отправилась, значит, Василиса на Росты. Не спалася, темна ноченька, да не дремалася. Ждала я тебя, дожидалася, а ты не пришел, да не сел на лавочку тесаную. Куда же ты собрался, милый мой? От родных да от лета теплого нет для тебя, видно, ни входу, ни выходу. Из-под сырой земли матушки до церковной оградушки-то даже нет, чтобы придержаться. Довольно. Не верю я, что сам ты с собою это сделал. Ничего, ничего. У деда знания заберу. Да, я помню, что ты говорил про это. Но другого выхода нет. Я сама с того пути дорожки тебя вытащу. Ты спи пока, спи. А я скоро. Ночной мрак наполнен ожиданием. Вы пришли на Михайловскую Ростань, где вас уже ждет дед Егор. Вы давно знаете предстоящий вам обряд, хотя никогда не собирались его выполнять. Но время очертить круг пришло.
нашла свечи. Ну, молодец, сама догадалась. Не зря я тебя учил. Теперь давай круг чертить. Да смотри, разрывов не оставляй. Не то задавит нас нечистой. Очертилась. Посмотри, дедушка. Разрывов нет. Ну, поздно теперь сомневаться. Думаешь, смогу я ему помочь? Сможешь, сможешь. С книгой все получится. Таково предание. Ну, давай. Время пришло забрать у меня знаткость. Долго мы с ней прожили. И тяжело, и хорошо с ней расставаться. Ну, забирай. Ишь ты! Экое силище-то из книги вылетело! Печать открыта! Что за сила такая? Ну, после подумаем. Теперь слова говори, что учили. Встану, не перекрестясь, да пойду на ростань. На ростань очерчусь, да в круг шагну. А затем и говорить буду. Купцы и молодцы, купите у меня кошку. За кошку дайте не целковый, не разменный, да не колпак красный. А дайте разумение черное, да зрение острое. Как сказала, так и будет. Слово — камень. Вот и купцы пожаловали. Теперь слушай, что говорю, если жизнь дорога. Чтобы стать знаткой, нужно тебе одолеть этого черта. Пришло время сплести первые заговоры. Такие слова хоть и защищают от нечисти, да только защита пропадает быстро. А теперь давай-ка составь полный заговор. Молодец, Вася! Черт уж на ладан дышит! Давай еще заговор другой и обратно его в пекло отправишь! Так, подохла псина адова. Ну, теперь, Вася, в
пасть эту полезай. А как выйдешь оттуда, так колдовкой и станешь. Неужели это ты, Василиса? Мне стоит тебя поздравить, ведь первая печать открыта. Осталось лишь 6. О, но сможешь ли ты открыть остальные? Это совсем другой вопрос. Как невежливо, Василиса. Теперь я твой главный помощник. Ведь именно я даю тебе колдовскую силу. Мы еще успеем познакомиться поближе. Как мне печати открыть на книге-то? Разве ты не сможешь догадаться сама? Кажется, я уже разочарован в тебе. Неужто книга любое желание исполнит? Конечно, ведь таково предание. Кто знает, может, скоро ты встретишь своего возлюбленного. Но кто достоин открыть сии печати? Пока что не было такого ни на небе, ни на земле, ни под нею. Отпусти меня на свет Божий! О, не так скоро. Ты не забыла, почему ты здесь? Я нарекаю тебя векшицей. Ведьма. Сколько чертей ты берешь в услужение? Ну, мне пригодится помощь бесячья. Потому чертей мне давай побольше. Мне нравится твой настрой. Но ты еще слишком слаба. На днях к тебе вернутся 3 беса. А теперь ступай. Мы еще встретимся, если ты сможешь открыть печати. Ну, уж рассвело, пока в себя приходила. Я тебя дотащил до дому. Понимаю, не просто это в мире окаянного-то побывать. Повидалась с бесами. Дома мы? Будто все во сне было. Окаянный векшицей меня сделал. Ну и славно. Я ж тебе говорил, давно бы колдуньей стала, так может... А что теперь? Предание говорит, что желание за 7 печатями. Я первую-то открыть не мог никогда. Вот, вторая печать, осиновая. К-
Как ее открыть? Может быть, черт на роста не помог? Да, думаю, тут без нечисти не обойдешься. Но кого нам изловить такого осинового? Надо мне головой поворожить. Может, в других книгах что есть? Ты-то и сама теперь знаткая. Колдуньей стала, и что? Знал, что не подведешь меня. Уж и весть об этом по округе разлетелась. Верно, суседушки хозяевам нашептали. Сейчас к тебе за советом будут ходить. Я-то уж стар стал, зубов-то мало, а стал быть и силой колдовской. Теперь ты будешь народу помогать. На разгадку, небось, и натолкнемся. Пока ты в себя приходила, я уже переговорил с большинством крестьян. Один вон остался, за дверью ждет. Осмотрись сначала. На столе вон книга твоя лежит. Переплетать ее будешь сама, как учили. Потом и посетителя того выслушай. У него, похоже, нечистый лютовать начал. Все уяснила. Все поняла, дедушка. Пора приниматься за дело. Ищи нечисть по уезду. Может, и свезет нам с печатями. Не стоит затягивать-то. Кто знат, может, коли пройдут сороковину у парня твоего, так все, не воротить его. Ну, с Богом. Ну что, Вася, хорошо знаткой-то быть? Али еще что узнать хочешь? Как я теперь распознать-то смогу нечисть? Как увидеть мне ее? А никак. Побывала ты в мире нечистого, сейчас и видеть все будешь. И делать ничего не надо. Да только тьма тебя теперь тоже видит в ответ. Тебя будут преследовать демоны и духи, и, взглянув во тьму, ты взор ее на себе почуешь. Сильной будь, держись. Наша это доля. Сама путь свой протаряй. Как ты сам-то колдуном стал, дедушка? Я сам-то из Вильгарта. Шестым сынишкой был у батюшки моего Евлампия Чурова. Большая была семья, да не шибко богатая. А когда детвора и сестры, особо и не разживешься. А жили-то дружно, хорошо. Дом, видать, выстроен был, ладно, на костях. Ну, это я сейчас так думаю. Вот родился и седьмой брат. Тимофеем назвали, хороший был парень. Подрос он, да не углядел я за ним. Грех какой, ой, до сих пор неспокойно мне. Эх, Вася, что черти? Верно ты делаешь, что своих не бросаешь. Надо за них бороться. Знания на то и нужны. На то мы и бесей приручаем. Приглядывал я как-то за Тимофеем. Играли с ребятами. Да и надоел он мне. Сругался я на него по-страшному. Послал к лешему. Он и унес его. Так и не нашли Тимошку. Исчез. Ой, тяжело грехи носить, Вась, ой, тяжело. Ой, так и решил я, что колдуном стану. Не дам нечистому больше в обиду семью свою. Так и порешил. Но как колдуном стал, я после расскажу. Завтра лучше поговорим. Не просто это было и вспоминать. С моё поживёшь, поймёшь. Как дом наш выстроили, дед? Так как... Давненько. Много тут народу жило. Ладно. Больше полсотни лет, как выстроен. В
Все по обычаям. Ну, ты сама их знаешь. А кто выстрелил-то, и не помню. Так это дед мой, наверное. Да нет. Пойду уж, дед. После поговорим. Бог в помощь, Егор Евлампович, Василиса Федоровна. Помогай Господь, Федор Аркадьевич. Вот с гостинцем я намолол муки. Что ходить вокруг да около? Как есть, так и расскажу. Чё-то неладно у меня на мельнице. Ночью молоть начали, да как застучит. И тень потом заметили в углу. Эх, черна, ну мы бежать. Вы шибко знатки. Так что делать-то мне? Во время ночной работы на мельнице раздавались странные звуки и явилась тень. Что может быть причиной? Чё ночами-то мелешь? У тебя бесяки чудятся. Иисусе Христе! Ну так, а как жернова-то крутятся? Не от ветра же, сам знаешь. Нельзя по ночам на мельнице работать. Так что делать-то теперь? Я когда ветрянец устроил, все по чину сделал. Помогите, а? Предмет у нас есть старинный, что вам может пригодиться. Да уж не лопатками возьмем. Ладно, Вась, посмотри, что там с нечистым. Может, нам этот бес с книжным делом поможет. Сама понимаешь. Так ладно, смотрю, что с чертями вашими. Спасибо. Мне так и говорили, что в беде не оставите. Ну, до свидания. У него там на мельнице хозяин не леший, а черт какой-то. Сама иди, без меня справишься. А я поизучаю печати эти. Ну а чтобы не так туго было, вот тебе трава, Адамова голова. Подлечься, коли что. Давай-ка катомся, нечистой сил сама себя не выловит. Ну что, все вразумел или что спросить хочешь? Где найти эту мельницу? Так что... Это, помнишь, на севере от Вильгарта мельница стоит? Еще про нее говорили, что блазнит по ночам, так? Вот туда и иди. А к рассвету домой возвращайся, тут тоже дел нас полно. А как голову-то ту использовать? Ну, это просто. В бою ее бросишь, так она тебе раны и подлечит. Ясно все, дед. В путь пора. На завтра свидимся. А, погоди, погоди, вот еще что. У меня один бес в Кушево улетел. Так, наверное, попортил там кого. Сходи, полать, подзаработаешь опять же. Хорошо, дедушка.